Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем пистолет Койот. В набор входит клей, наждачка, 66 деталей конструктора, 5 резинок и подробная инструкция. Обращаем внимание на номера деталей и их расположение. Вспомогательный инструмент пригодится нам для извлечения мелких и тонких деталей из плашки, при сборке пистолета и при замене резинки. А для таких неровностей используем наждачку. Уберите излишки клея внутри корпуса пистолета, чтобы туда свободно вставлялся магазин. Обращаем внимание на расположение деталей. Обращаем внимание на расположение детали под номером 18. Прямая сторона ножки должна смотреть в сторону ствола.
обращаем внимание на нумерацию деталей. Некоторые детали расположены внутри других деталей. Просто извлеките их и отложите до нужного момента. Фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны. Их можно выбросить. На эту сторону клей не наносим. Клей не должен попасть на двигающийся фрагмент детали под номером 36. Магазин достается при зажатии крючка. Если магазин трудно входит и достается, обработайте его края наждачкой. На последней странице инструкции показано, как заряжать и стрелять резинками. А также показана возможность замены резинки, если она вдруг порвалась.
Готово! Наш пистолет Койот стреляет резинками, и у него достается обойма. При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети LemmoToys. Пока-пока!